Куриные крылышки в духовке – прекрасный вариант для семейного ужина. Эти крылышки буквально тают во рту. Готовится блюдо очень быстро, мясо получается сочным с золотистой корочкой. Сегодня я расскажу вам простой рецепт куриных крылышек в духовке. Используйте по возможности целые куриные крылышки, не замороженные. Лучше их замариновать на ночь, так они будут гораздо сочнее. Если вы при запекании не хотите использовать майонез, вы можете заменить его на сливочное или растительное масло, обмазав крылышки тонким слоем. Разрежьте куриные крылья таким образом, как это показано на фото. Проделайте то же самое с остальными. В миске или закрывающемся пакете замаринуйте крылышки с чесноком, солью, перцем, специями, йогуртом и лимонным соком. Маринуйте минимум в течение получаса. Разогрейте духовку до 200 градусов. Оберните противень листом фольги и выложите крылышки. Выпекайте около 20 минут с каждой стороны. Слейте всю жидкость, которая будет скапливаться на дне противня. Смажьте обжаренные крылышки тонким слоем майонеза, чтобы корочка была более хрустящей, и поставьте их в духовку еще на пару минут.